То, что вы не знали о Беларуси. Одной из крупнейших восточноевропейских стран является Беларусь. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим факты о Беларуси, которые вы, возможно, еще не знали. В составе этой страны 6 областей. Сама столица Беларуси, Минск, как самостоятельная административная единица, не включена ни в одну из областей. В нем проживает порядка 2,5 миллиона человек из 9,5-миллионного населения Беларуси. Население этой страны достаточно однородное, в основном славянское. Нет в нем представителей африканского и азиатского континентов. Написание и произношение большинства белорусских слов полностью совпадает. Единый паспорт гражданина Беларуси позволяет им совершать зарубежные поездки без оформления отдельного заграничного паспорта. В Беларуси существует обязательная воинская обязанность. Ее граждане служат в армии 1,5 года, что несколько превышает обычный срок многих стран. Основной причиной отсрочки от призыва является несоответствующее состояние здоровья призывника. В Минске общая длина велодорожки превышает 40 километров. При проведении строительства, расположенной в Минске Национальной белорусской библиотеки, обнаружилось, что выделенных из бюджета денег не хватает, поэтому власти ввели для завершения строительства дополнительный налог. Приезжим бросается в глаза аккуратность и осторожность белорусов. На улицах городов почти не встречаются нарушители правил дорожного движения. Поскольку пешеходы там соблюдают правила, то переход дороги в неположенном месте весьма редок. Но даже в такой ситуации водители обязательно пропускают пешеходов. Одной из достопримечательностей Беларуси является самый большой и самый древний европейский лес – Беловежская пуща. На ее территории произрастает порядка 2000 деревьев громадных размеров. Некоторые из таких ветеранов леса – старше открытия Америки. Для оценок в школах и вузах Беларуси используют 10-бальную шкалу. Средняя зарплата в этой стране приблизительно $500. Билет в общественном транспорте стоит 25 центов, а проезд на такси в Минске обойдется в $0.50 за километр пути. Распитие спиртных напитков, включая пиво, на улицах Беларуси запрещено. В законодательстве Беларуси до сих пор сохраняется смертная казнь.